в особенный день нас переполняют особенные чувства. Какая нежность в человеке, который чувствует волшебную силу любви. Она таится в его взгляде, движениях, улыбке. Она создает новый прекрасный мир внутри человека и делает его особенным. Наступает момент, когда множество ярких эмоций и чувств постепенно стихают и остается только одно – тихое и светлое чувство бесконечной нежности.